почему мы никогда не видим птенцов-голубей? Они их, может быть, прячут? Привет, меня зовут Евгений, это проект популярной географии на канале Вселенная Beautiful World. Летом мы нередко видим в пруду крякву с утятами, можем услышать карканье выпавшего из гнезда вороненка или можем наткнуться на желторотого следка дрозда в парке. Голуби же в любой городской стае на вид всегда одинаково взрослые. И не существует никаких явных признаков того, что у них бывают маленькие дети. Голые, короткохвостые и нелетающие. Но ведь не роботы же они, которых собирали уже готовыми к зрелой жизни. На самом деле никакой тайны тут нет. Люди, которым по какой-то причине приходится часто бывать на чердаках многоэтажных зданий, наверняка могли бы кое-что сообщить нам про голубиных детей. А допустим, 50 лет тому назад, когда хозяйки сушили на чердаках белье, а мальчишки играли в прятки, многие над таким вопросом только посмеялись бы. Голубиные птенцы? Да что тут необычного? Недавно вылупившиеся из яйца голубята, создания, которые многим покажутся страшненькими. Меньше всего они будут похожи на привычных нам городских сизарей. Они и на птиц-то не очень похожи. Скорее на каких-то поросших редкой желтой шерстью птеродактилей. С патологически огромными фиолетовыми глазами и раздутыми розовыми носами. Но, разумеется, взрослые голуби прячут своих монстриков не потому, что стесняются их вида. В общем-то, специально они их от наших глаз и не прячут. Просто практически все голубиное размножение, начиная с постройки гнезда, происходит на чердаках городских зданий. А большинство современных горожан туда никогда не заглядывают. Даже взаимное ухаживание голубиной пары происходит в основном на чердаке. А на асфальте, карнизах, над крышами мы можем наблюдать лишь отдельные проявления брачного поведения. Кружение воркующего самца вокруг голубки, особые демонстрационные полеты с хлопанием крыльев. Очень редкое спаривание. Все главные события происходят именно там, под крышей многоэтажного дома. Голубка всегда откладывает 2 белых яйца. Насиживание длится 18 суток. В нем принимают участие оба партнера, и самец, и самка. Затем птенцы вылупляются. Развиваются они стремительно. В возрасте 4 дней у голубят на теле уже начинают появляться крошечные темные бугорки, зачатки перьев. С 6-дневного возраста из бугорков начинают вылезать пеньки, голые оси будущих перьев. В 10-дневном возрасте весь птенец уже полностью покрыт такими пеньками, а желтая шерстка новорожденного исчезает. К концу 2 недели жизни птенца пеньки начинают превращаться в нормальные перья. В первые дни жизни голубята могут только лежать. На 6-й начинают понемногу ползать. На 8-10-й уже могут постоять за себя. На 18-й день птенцы уже умеют ходить и пробуют разные предметы на клюв. В возрасте 20 дней начинают расправляться еще не совсем оперенные крылья. В возрасте 25 дней покидают гнездо днем, либо ходят по чердаку, либо перепархивают с места на место. На 28 день молодежь уверенно летает по чердаку. На 30 день подростки начинают вылетать с чердака и посещать вместе с родителями ближайшие места кормежки. 32 день. Возраст – начало самостоятельной голубиной жизни. Юный 30-дневный голубь внешне практически не отличается от взрослой птицы. Именно поэтому нам кажется, что в стаях городских голубей все птицы одного возраста. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!